Убить заложника! Прости, председателя, надо поторопиться! Видите, как бывает? Ты пишешь письма, но всем на тебя плевать. Люди признают только грубую силу. Так и может, я убью председателя Бернса и закончу этот спектакль? Пожалуйста, я же пытался вам помочь. Не надо делать того, о чем мы все потом пожалеем. А почему нет? Что нам терять? Председатель решил, что компенсации нам не положено, так что ради чего нам жить? Но я передумал, я увидел вас и понял, что вы заслуживаете. У вас был шанс. Некоторые L2 стали калеками из-за побочных эффектов имплантатов. Но вы проголосовали против компенсации. Подумайте, Бёрнс единственный, кто может вам помочь. Да, если вы меня отпустите, я пересмотрю ваш запрос на выплату компенсаций. И что, мы должны вам поверить? Я L2, как и вы, поверьте мне. Капитан проследит, чтобы Бернс сдержал свое слово. Конечно. Вы обещаете нам свободу и говорите, что все будет в порядке. Но как только мы сдадимся, вы нас схватите. Я не обещаю вас отпустить. Я обещаю, что Бёрнс пересмотрит свое решение. Так ведь, Бёрнс? Разумеется. Я понятия не имел, что биотики L2 находятся в таком отчаянном положении. Если бы я знал... Мы выплатим вам компенсацию. Я обещаю, чего бы мне это ни стоило. Вы правы. Я не хочу умирать. Может, в этот раз что-нибудь изменится. Мы сдаемся. Спасибо, капитан. Когда они меня забрали, я думал, мне конец. Я прослежу, чтобы выплату компенсации повторно обсудили. Я не знал, что они в таком отчаянном положении. Значит, вы плохо выполняли свою работу. Крейсер 5-й флотилии заберет вас.
Спасибо, капитан. Когда они меня забрали, я думал, мне конец. Спасибо, капитан. Когда они меня забрали, я думал, мне конец.